Давай. Проходи. Отдых закончился. Наконец. Красота. Круто отдохнуть. Пойду-ка я в плешку поиграю. А я на компе. Стоять. Что, пап? Какая пьеска? Какие компьютеры? Весь отдых прогуляли. Все. Книги в руки и вперед читать. Нет, я не буду больше читать. Надоели эти уроки. Читать не хочешь? Лопату в руки и мне помогать туда вот, на стройку. Мне как раз двух рук не хватает. Арсений, ты тоже читать не хочешь, а? Я хочу читать. Будешь бы лопатой не махать. Ну что, вот бугор, видишь? Вот я до отдыха сделал, теперь вот это вот. Ой, ё-моё, ничего себе, отвык от работы. Вон туда, под фундамент, берем и разравниваем. Блин, да что ты такой, опять читай. Хорошо хоть как Саша не пошел, а за лопатой тяжелее копать. А, ё-моё, ничего себе копать. Конечно, ты ж читать не хочешь. Давай, работай давай. Пришел помощник. Ой, не, папа что-то читать захотел. Так хочется читать, прям сил нет. Чего? Я так и думал, что захочешь. Вперед, Толстого. Детство, отрочество, юность. Давай. Через час приду, проверю. И это только на 3 дня ближайших. Чего? Ас, ты что, читаешь? А что, выход есть? Конечно, если ты что, собираешься так до конца каникул читать? Какой выход? Лопатой махать? Очень интересно. Да нет, не лопатой. У меня такая идея. Что-то я уже устал. Ну-ка. Пойду я проверю, как они читают книжки свои. Деньги у тебя же есть карманные? Ты же много насобирал. Ну есть, и что, я тебе их не дам. Да мне не нужны, у меня тоже свои есть. Я придумал, как уговорить папу, чтобы мы ничего не делали. Что, мои деньги отдать, что ли? Зачем папе твои деньги? Нет. А как тогда? Я вообще что-то не понимаю. Пошли ко мне в комнату, я тебе все покажу. Пошли. Арсений уже точно полкниги должен был прочитать. Так, и Саша уже листов 20 точно должен был прочитать. Что ты мне хочешь показать на своем компьютере? Видишь, это сайт турагентства. И что, папа нам больше путевку не купит? Так, ну-ка глянем Арсения. Не понял. Отличненько читаете. Ну вы меня сейчас получите, читальщики. Я знаю, что не купит. Мы вынудим его поехать в отпуск. Ха-ха, интересно как. Ты этих бездельников не видел, а? Ты у меня один хороший пес, да? Шерлок, сейчас они... получат. Ты боишься тоже? Правильно делаешь. Ну и что делать? Ага. Значит, Толстой из сказки, да? Так читается. В компьютере играет, да? Вот, блин, даже сказать ничего не успел. Пульки закончились. Ха-ха! Пульки закончились, да? Блин, Саня, что делать? Пульки закончились! Блин, да не успели сделать то, что я хотел. Это последнее китайское предупреждение, ясно? Ясно! Ясно. Папочка, ясно, ясно, я пошел учиться.
То-то же, а то. Устроили мне тут, а? Еще раз увижу, не читаете книги, лопатой будете махать. Все. Вот, блин, как теперь Арсению рассказать мою идею? Надоело мне читать. Надо точно Арсению как-то рассказать мою идею, тогда мы точно не будем эти домашние задания на лето делать. О, вроде читает. Другое дело. Отлично. Ладно. Теперь можно и дальше поработать. Ой. Я бы лучше книги читал, чем лопатой сейчас вот махать. Кажется, папа ушел. Так, надо сразу деньги взять. Надеюсь, этого хватит. Ну, со всеми нами должно точно хватить. Папа ушел. Надо срочно к Арсению. Арс. Все, я в своих авантюрах не участвую, а то в следующий раз придется лопатой копать. Да не бойся, ты лучше послушай. Смотри, сколько у меня денег. Ого, у меня тоже есть. Ты давай быстрее в комнату иди, а то папа сейчас придет. Да он ушел, я слышал. Так вот, слушай, что я придумал. Нам нужно с тобой купить путевку на море за свои деньги. А сказать папе, что мы ее выиграли, тогда он точно не отвертится. А, ну если выиграли, тогда он точно на халяву поведется. Хорошо, где мы купим путевку? Кто нам ее продаст? Да не переживай, я уже все продумал. У Кирилла есть старший брат, ему 18 лет, он нам путевку и купит. Точняк, Денис-то может ее купить. Ладно, где твои деньги? Давай сюда. Ну сейчас посмотрим, сколько у меня. Так, у меня есть 15 100 долларов. А у меня 10, 25 и 300 долларов. Ну, нам должно хватить на неделю точно. Ладно, давай деньги, пошли звонить Кириллу. Пошли. Звони Кириллу. Алло, Кирюха, привет. Где там Денис? У меня к нему дело. Да, где Денис? О, Денис, привет. Ну, мне нужно, чтобы ты купил путевку на троих на море. Да деньги есть, я тебе отдам. Когда ты можешь купить? Сейчас может. Вечером. А сейчас сможешь? Идеально. Ладно, давай, пока. Что сказал? Сказал, идет в торговый центр, а там есть турагентство, поэтому он нам купит. Да ты че, круто. Как же круто, второй раз на море за одно лето. Ага, и главное, эти уроки, домашние задания не надо делать. О, звонит. Алло. Фух. Докосил. Ой, ладно, пойду гляну, что там эти ученики делают. Надо их еще и к работе привлекать, помимо чтения. Полдня я уже устал капец. Купил? Ура! А когда мы летаем? Завтра! Вот это круто! Ладно, деньги я тебе передам. Давай, пока. Опять, да? Опять чем-то занимаются. Ну все. Ага, осталась только одна проблема. Надо папу как-то уговорить. Что снова, а? Папу, стой, мы путевки выиграли на море на неделю. Да, пап. Чего выиграли? Мы ж только приехали сегодня. Я еще до нашего отъезда участвовал в конкурсе. И мы выиграли. Да. Папа, завтра вылетать надо. Че? А где путевки, я не понял. Папа, я тебе сейчас ссылку на телефон скину, они там есть. Да, ну-ка, ладно.
Давай, я там сейчас разберусь быстренько. Блин, вроде не против, я побежал чемодан собирать. Я буду собирать. Главное, маску взять и ласты. Вон оно что. О, отличненько так. 10 октября, ну или после, само то. Ну все, чемодан готов. Пап, я готов! Да, пап, я готов! Перебронировать. К чему вы готовы, а, пацаны? Папа, как, к чему? Поехали! Ну да, скорее, а то опоздаем. Да ну, до середины октября времени еще. Тьма, вперед книги читать. Я все бесплатно перебронировал. Папа, как мои деньги? Папа, и мои. Все. Чемодан разложили, книжки в руки, а я дальше работать. Удачно путевочку выиграли. И на еще каникулах отдохнем. Красота. Ребята, вы были на канале Брошоу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. А я пошел читать.